семинарами будет поведение подростков, родителей, они могут писать на стены какие-то свои послания, бабочки, имена, что угодно. И он решил как бы легитимизировать, разрешить обычным людям точно так же писать на, в лифте на стене маркером, но при этом люди при этом обменивают послание. И потом в течение нескольких месяцев документировал, что из этого вышло. И было много различных посланий, допустим, такие, часто люди поздравляли друг друга с чем-то, а иногда люди друг на друга ругались, но в целом какая-то там начался процесс такой самомодерации, и в общем-то он как художник, он, в принципе, ничего такого не сделал, но как проект вот очень интересный, который нас как-то в какой-то момент заставил задуматься о том, что может быть уличное искусство может быть более социальным. Вот с этого проекта по-моему, начался марафон городских действий «Дело сам», или не с этого, а как бы, где он был сделан, такая большая стена, на которой люди могли записывать баллончиками или маркерами, чего не хватает в Москве, и потом как бы это было такое исследование плюс увлечение людей. А другой проект, который скоро подойдет в Москве тоже, он начался в Сан-Франциско, а потом в разных городах мира, через такие паркинг-дрейки, когда люди обустраивают какие-то публичные территории, делают из парковки, арендуя небольшой кусочек парка. Это в Москве было, наверное, пару парков. 21-го, как со числа, будет опять этот парк-индей. Вы можете сами организовать подобную работу. Это работы ради, если Екатеринбург, он обустроил там остановку, как он повесил белье. В целом это все примеры просто работ, которые позволяют городу чувствовать себя более как дома, когда ты немножко будет чувствовать более комфортно в среде, в которой они живут. И это может быть озеленение, может быть создание вес дорожек какого-то хозяйника, может быть борьба с незаконной рекламой, либо починка, скажем, знаков. Можно отмечать какие-то проблемы, можно их решать непосредственно. Вот. И, в общем-то, наш такой последний большой проект, который мы делали в мае, и серия называется «Майские интервенции». Мы пытались понять, какие есть, сделать эти наши интервенции не просто так, а понимая, что нужно на районе, мы решили сделать такую серию различных улучшений в тех местах, которые нам казались правильными. Допустим, в местах, где необходимы скамейки, мы готовили вот такие скамейки сами, и снабдили их вот такими посланиями, рекламирующими идею самоорганизации, того, что люди могут сами улучшать свой город. И, в общем-то, как раз вот именно такой подход, он является сейчас ключевым в урбанистике, для меня, как мне кажется, и в уличном искусстве во многом, по крайней мере, направление, которое нас интересует, это связано с тем, что невозможно менять город сверху. То есть, когда ты делаешь какие-то огромные проекты, строишь автострады, соединяющие какие-то условные точки А с точки Б, мы как бы теряем вот эти, собственно, жизнь. И если мы хотим делать город удобный для жизни, то необходимо город проектировать не сверху, а снизу, через такие небольшие интервенции, через исследования, через вовлечение людей. И вот такие вещи, как общественные слушания, например, они должны происходить в совсем другом формате, когда людям предлагается не какой-то проект готовый, когда людям приглашают в самый первый день, когда как бы, пытаются понять вообще, в чем проблема, что нужно сделать, что мешает, скажем, людям чувствовать себя более комфортно. Мы делали вот разные акции, как раз направленные, с одной стороны, на протест против как раз огромных проектов, один из которых которые для меня очень болезненно воспринимают постоянно фото, которые сейчас разрушают мой квартал, в котором по слухам там все собираются часть леса врубать. Ну, в любом случае, как бы качество жизни значительно уменьшается. При этом в местах, где я катался на велосипеде, там я уже, скорее всего, не смогу ездить, воздух улучшается. И при этом, как бы более не разбираюсь в транспорте, прочитав какие-то основные книжки там того же Лучика, который приезжал на днях, выступал на стрелке. То есть как бы вот это абсолютно тупиковая система развития города, когда строятся автострады гигантские, когда строятся метро, которые очень дорого стоят, хотя можно как-то более легкие, дешевые транспорты, допустим, запустить на МЖД. В общем, как бы это такая большая история, но в целом вот наша задача была как раз вовлекать людей. И вот один из наших проектов в рамках этой серии, это были такие почтовые ящики, которые мы разместили сначала в Тропарёво-Никулино, решив то, что
действовать локально и пытаться какую-то нашу практику проверять не в рамках одного района, а дальше пытаться это распространить по всему городу или другим районам. Мы разместили два таких почтовых ящика и в течение нескольких месяцев собирали как раз пожелания от людей. И, возможно, потому что там люди более отзывчивы, возможно, болезнь их хорошо. Мы собрали с Топорева очень много очень интересных посланий. Люди писали смешные послания, очень ценные и важные, рисовали карты, писали огромные на четырех листов, листках, мелким почерком. При этом сами послания, вот формат, что люди говорят в ящиках, они как-то отсылали немножко в прошлое. Группа пионеров, которые помогают людям. Вот. И люди как-то активно подключились в эту игру и написали очень много всего интересного, что мы потом, впоследствии, в течение лета пытались каким-то образом реализовывать своими силами, либо же связывать с местными муниципалами, которые, кстати говоря, как раз Топорёва, он должен то ли выступать вот на этом конференции, либо на следующей неделе на Дело Саммите. Вот. Ну, после этой серии мы решили, мы отправились из московского Дело на Питерский, где мы у нас предстояло поработать с одним районом Полесского жилмассива, в котором, соответственно, мы никогда не были, и это другой город. И мы решили, что вместо того, чтобы приходить какие-то делать интервенции конкретные, мы решили узнать вообще, что там нужно людям. И, соответственно, в течение трех с половиной дней мы проводили, участвовали в воркшопе от АДОУ, из Нью-Йорка, студентки, которая училась здесь на Стрелке, такую социологическую вечеринку, марафон. И мы решили как бы в большей степени сконцентрироваться на исследовании. Так выглядел флайер. Сам в Полесский жилмассив интересно очень для архитектуры места, в конструктивистском стиле построенный кооперативный такой микроквартальчик. Он, в принципе, не совсем в центре, но недалеко от центра. И вот он очень интересный такой двухэтажный, трехэтажный застройки. В общем, там такая особая среда. И мы такой большой компанией с шариками ходили по району и выясняли, общались, интервьюировали людей, выясняли, какие есть проблемы в районе, и дальше пытались там угощать их, как-то с ними взаимодействовать, предлагать им какие-то варианты решения их проблем, пытаться даже сами решить эти проблемы. И пытались навязаться к ним, зайти домой, посмотреть, как они живут. К нескольким людям мы даже попали домой. Вот это, собственно, как раз это наши герои и их проблемы. Этот звон, который мешает зимой, там детки скатываются в горки и разбивают полгода. Вот. А вот так вот выглядит такой некий противовес. То есть там есть одна часть квартала, которая огорожена забором, и она как бы более комфортная, с одной стороны, с другой стороны, она очень пустынная, и люди фактически огородив себя забором, они имеют такую травку зеленую, все это там нет совсем скамей, и нет даже детских площадок, потому что жители этой части огороженные, они очень пекутся относительно такой тишины, и самое главное, скамей, которые притягивают подростков, алкоголиков. И вот вы видите, с этой стороны, соответственно, там вообще нет скамей, здесь, в другой части района, точно так же скамейки часто разрушаются, мало того, люди часто как бы, против этих скамеек высказываются гораздо в большей степени, нежели чем за них, понимая комфорт того, сидения на скамейке. Вот мы еще проинтервьюировали. Один из таких персонажей, который у нас, такой наш герой, оказался Парис, озеленитель, он безработный, живет в очень маленькой коммуналочке. И, собственно, из-за того, что он живет в этой маленькой коммуналке, имеет очень мало пространства для жизни, он начал обустраивать двор свой, начал его озеленять. Собственно, вот он такой целый курган сделал, помимо того, что он там выращивает какие-то деревья, даже какие-то овощи, у него там висят зеркало, висит какая-то щетка для его собаки, старая бадминтонная ракетка. И такой выглядит, как где-то прихожая, которая на улице находится. И фактически вот эта деятельность, он часто привлекает людей, других тоже не участвует. Ну, мы сделали карту, выяснилось, тоже интересный момент, опять же, со скамейками связано, что этот район, с одной стороны, это огороженный забор, часть, это весь район, и здесь мы были любимые места, они очень видны, голубой цвет, отлично любимые места. Интересно, что более старые с детьми им нравятся как раз любимые места вот этого, похоже, это же массива, а молодежь им больше нравится в других местах, и фактически молодежь оттуда
вытесняется тем, что там практически нет вообще никаких условий для подростков, то есть что-то есть для детей, для подростков нет совсем ничего. Ну, вот этот самый район, сад Бориса отмечен здесь. Мы также сделали такую интерактивную карту, где люди могли сами дорисовывать, писать, там был такой праздник районный, который мы так принимали участие. Вот. И, собственно, один из таких важных результатов, который вообще показал, что как все есть, оказалось, что основная проблема не только Полевского жилмассива, а основная большинства районов, она связана с тем, что фактически не учитываются нужды людей, и наиболее характерная ситуация связана с этими лавками и с детскими площадками. Практика разве что иногда бывает 5 площадок в районе, на одной из площадок дети гуляют, 4 других абсолютно пустынные, и при этом нет вообще никаких условий для подростков, то есть ты чуть-чуть вырастаешь, ты чувствуешь, что вот эти качели они сделаны для 5, для 8, там, для 11, уже тебе нечего делать на этой площадке, ты там тебя там не ждут. Ты взрослеешь, ты хочешь выпить пиво где-то, для тебя нет ни одной скамейки, тебя все против тебя. А если ты хочешь пойти в бар, то там у всех есть на это деньги. И, в общем-то, выясняется, что как раз люди готовы жертвовать собственным комфортом ради того, чтобы не дать каким-то маргинальным группам людей чувствовать себя комфортно в этой публичной среде. А вместе с этим, как бы понимая это, на мой взгляд, основные как раз интервенции и улучшения, они должны быть ориентированы на не на вот таких людей большинство, а как раз на эти маргинальные группы, потому что именно они отравляют такую среду, и именно создание какой-то инфраструктуры для них могло быть ответом на вопрос. Вот. И мы пришли к идее алкоголических площадок для алкоголиков. Мы пока не реализовали этот проект, но в целом он уже в эскизах у нас есть, и в общем-то это, конечно, шутка, с одной стороны, но с другой стороны, именно создание площадки для алкоголиков, для маргиналов, какие-то специальные, может, даже площадки для наркоманов, для них можно делать, каким-то тайниками, возможно, если что-то сбросить, или для алкоголиков, там, для пакетики, что варить, или там, кашмиры, то есть, в целом, если сделать для них условия, то они могут почувствовать, что этот город для них тоже, и фактически, создавая для них условия, мы освобождаем те же самые детские площадки от этого негативного влияния. И, в общем-то, часто нужно действовать от противного, и как раз исследования помогают, собственно, понять, какие ключевые болевые точки есть в городе, в районе, и на что нужно обращать внимание, они далеко не всегда на поверхности. И через это понимание можно очень точно и тонко менять городскую среду, через такие небольшие там, интервенции сделать такую площадочку для алкоголиков, у нас там они перестали там мешать, каких-то вандализма уменьшилось. И, в общем-то, проект показывает, что, в общем-то, с ними нужно работать. Ну и дальше, вот с этими всеми идеями, мы вернулись в Москву и начали долгие такие, как бы, переговоры со Светой, которые закончились очень интересным воркшопом, серией воркшопов. 8 воркшопов прошли в течение 2 месяцев. Мы смогли поработать с звездами, с очень классными ребятами, с которыми мы брали интервью когда-то, которых мы смогли пригласить в Москву. Мы выбрали 8 районов. Многие из этих районов были это молодые муниципалы, которые там работали, с которыми мы активно сотрудничали. Где-то были какие-то местные, очень активные жители, как Тарпарево. И, соответственно, вот эти наши наработки мы решили использовать, как мы берем флайера, обложка нашего первого воркшопа из Медведкова. Мы начинали с пикников, там уже Тропарево, еще было 2 воркшопа. Дальше создание таких публичных форумов, это также проект, который еще до воркшопа был сделан, с активным как раз участием местных жителей и представителей депутатов муниципального собрания. Соответственно, была сделана такая мобильная площадка, где мы многие наши результаты воркшопов показывали. Опять же, мы размещали почтовые ящики по сбору данных, раздавались в различные формы анкетирования, различные велоопросы, какие-то карточки. В общем, мы старались использовать разные тактики в опросах, и часто они варьировались от района, от тех проблем, которые там есть, от этих участников, которых мы приглашали, какие-то воркшопы были посвящены экономике, какие-то созданию публичных пространств, какие-то велодвижения. Так выглядит карта, которые добавляются все, если видите, все почтовые ящики, которые размещены, там есть маршруты, которыми мы пользовались. И если увеличить, допустим, посмотреть на карту Южного Медведкова, то здесь у нас размещены как раз желтым
предполагаемые интервенции, как раз на проблемы, и эти голубые места, любимые места, где люди любят находиться. В общем, по каждому тренингу у нас собрано очень много информации. То есть сейчас вот просто я понимаю, что в одном месте мы собрали информацию, которую можно до следующего лета обрабатывать, потому что это целая кипа и фотографий, и видео, просто этих исследований, которые очень интересно было анализировать. Кроме того, мы запустили отдельный блог у нас на сайте по адресу partizan.org. Ну, можно просто с партизаном попасть, мы сейчас такой повесили баннер, на который можно наверху прямо нормально клик, попасть на этот блог. Мало того, сейчас мы хотим его сделать еще более открытым, чтобы люди могли мониторить, что произошло дальше в этих районах, и писать. То есть, в принципе, если для вас это интересно, мы можем также вам дать право писать этот блог, и вы можете, если вас любят жители одного из этих районов, где проходили у вас шопы, то вы можете подключаться к работе. Ну, дальше я покажу немного кадров просто того, как проходили воркшопы. Фотографии из митинга, где у нас была задача облагородить такую площадку перед МОН местным рядом с метро. И норвежские архитекторы, очень интересные, которые работают с деревом, они предложили сделать модульную систему, которую сами жители и участники этого воркшопа могли своими руками сделать. Все эти модули были 60 на 60 на 60, уже 120 на 60 на 30. Из любого этого деревянного модуля можно было конструировать любую конструкцию. Это были и какие-то просто кубы, на которых сидеть можно, и для газончика, и белая полка даже была такая сделана одна. Либо же вот такой вот блок в обмену с книгами, типа такого мобильного фримаркета для книг. Соответственно, люди обменивались книгами, использовали такой обмен. В общем-то, как бы все чертежи, как это все было сделано, у нас также будет выложено в программу, немного отсортируем все эти данные, также у нас сейчас будем готовить до конца года должна выйти книга, посвященная как раз по всем этим результатам, мы пытаемся ее сделать в таком формате, максимально таком путеводителе, либо такого гида, как можно сделать все эти интервенции, как, что можно использовать для того, чтобы в районе привлекать людей в эту работу. Этот воркшоп был поправлен, и он был один из очень успешных, неожиданно успешных, который мы делали вместе в сотрудничестве с преподавателями Сан-Мартинс из Лондона. Они очень интересную как бы, такую методологию выбрали, в результате пришли к воркшопу, который привлек максимальную такую отдачу. То есть большинству очень, очень много простых людей, они подключились к этому. Собственно, участники воркшопа они обнаружили, что многие поверхности заклеены всякой безумной рекламой, и они пытались эту рекламу каким-то образом графически отразить, вот такие сэндвичи майны, сэндвичи надели на себя, и задействовали их все рекламы, которые можно было брать. Так они выглядели немножко в приближении, там три было таких листовки с большим количеством текста, каких-то комиксов, иллюстраций. И особенно интересно была легендарная отрадная, они, значит, придумали, изучили всю историю этого отрадного. И внесли туда половину абсурда, то есть того, чего там на самом деле не было, проводили экскурсии, и потом в этом легендарном отраде мы также различные легенды района, очень смешно выполнили, выдавали силы соседей, то есть вот эти вот брошюры, эти вот напечатанные буклеты, мы, наверное, не лежат на самом блоге, если нет, мы выложим, потому что они очень смешные, и сама это было интересно. А вот этот воркшоп был посвящен развитие велодвижения, он проходит в Тополёво, и приезжали из группы нам очень классные ребята, которые после этого участвовали в Венецианской биеннале архитектурной. Такие как раз отражают именно в урбанистике то направление, которое нам наиболее близко, так называемый тактический урбанизм. В принципе, похоже, потому что мы под дизайном занимаемся, но немножко в таком более урбанистическом контексте. И именно их идея в том, что через такие развитие публичных пространств, через микроинтервенции можно значительно улучшать качество жизни в городской среде. И один из них, он бывший урбанист, который работает в Project for Public Space, второй индастриал дизайн, продукт дизайнер, который делает различные интересные гаджеты. И вот один из гаджетов, так называемый Contrail, он сейчас есть все чертежи в свободном доступе, вы можете и в Москве
есть такой принтер, 3D принтер, который позволяет печатать, используя этот чертеж. Соответственно, часть вырезается. Тем самым делаю уже линию с двух сторон, которая оставляет прессу с этой краской. Я создаю две линии, которые мы рисуем белой полосой и вот пешеходной полосой. Вот. А, соответственно, они нам подарили эти устройства, мы ими собираемся также пользоваться. Они, конечно, очень смешные, у меня все ботинки, все штаны, все в краске, которая не отстирывается, но очень классно, очень весело, все выглядит классно. Вот. А другой только техника, которая не принесли, это так называемый balloon matrix. А в принципе, она тоже, они не придумали, они на самом деле уже второй раз, но сама идея очень интересная. У нас на блоге выложено на русский язык переведенный букет, как это сделать самому, как использовать шар, либо змей, прикрепив к нему камеру, которая на тайме фотографирует постоянно либо на видео. И мы можем снимать, вот у нас была веревка 1 километр, и фактически делать как Google Maps съемку, только при этом, ну, которая вот сейчас, это как только что происходит. И на мой взгляд, это может быть удобно не только для такого DIY-фотографирования или, допустим, анализа, где проходят потоки, но и, скажем, для борцов с пожарами, для людей, скажем, которые хотят посмотреть, что за забором территории запретной, можно запустить змей, подключив камеру, и посмотреть, что происходит, все сфотографировать, идет работать план захвата этой территории. Вот. Одна штука, которую они использовали, самодельный счетчик движения, который, используя тоже такие подручные предметы, позволяет считать количество автомобилей и количество велосипедистов, проезжающих по какой-то улице, используя там какие-то. Еще один проект, который мы делали вместе с очень классным французским активистом, мы сделали в течение недели на Войковске различные смешные интервенции, и в результате придумали сделать такой Войковский чемпионат на самодельном виде спорта, который мы, поскольку этот парень нас немного переписывался и работали, мы много провели вместе очень времени и придумали всякие безумные идеи. И в субботу, 28 июля, мы организовывали там разные веселые акции. Даже одна из акций, фотография, по-моему, демотиватор, и очень активно перекочивается на нашу такую площадку и, соответственно, сделали такое баскетбольное кольцо смешное. Вот. И сам этот проект с самодельным видом спорта, сама идея видов спорта, она, конечно, тоже очень приглянулась, собственно, и мы в конце 1 сентября мы организовали еще один чемпионат с самодельным видом спорта, то есть уже какие-то наработки из этих воркшопов, они идут дальше. Вот, и мы на флаконе сделали из палетов, из какого-то меню, которое мы нашли на помойке. Если что, мы купили кольцо, мы сделали бескетбольную площадку, на которой был турнир замечательный. То есть у нас еще есть видео, которое нужно обработать. Этот турнир был очень эффектный. И сделали какое-то тоже интересное поле для ситуационистского футбола, трехстороннего, когда ты играешь втроем. И в отличие от такой простой идеи, как ты борешься против соперника один на один, и есть свои и чужие, то в ситуационистском футболе ты имеешь ситуацию, в которой ты не знаешь, против кого ты играешь, ты можешь дать пас неожиданно, и вы вместе забьете кому-то гол, а могут против тебя начать играть. И вот из-за этой ситуации психологического давления многие не справляются, с другой стороны, те, кто любит психологические игры, то есть они уже начинают с интересной могут быть стратегии. Вот. И поскольку лекция моя называлась онлайн и офлайн, мы, в принципе, больше офлайн занимаемся, я сейчас еще покажу несколько проектов онлайн, которые мы разработали в рамках воркшопов. Это два сайта, как раз есть 5 минут, как мы показали. Два сайта, которые мы также разработали в рамках воркшопов. Один из вот этот воркшоп был очень интересный, мы анализировали активности и работу активистов на разных уровнях, от самого такого локального уровня на Красном Октябре, который там активистов на самом деле нет, есть какие-то определенные проблемы, до более такого городского уровня, в Тропарёво, Никулино и также вокруг Советского города. Мы общались с людьми из Октябра и Щукина, но в основном в результате решили сконцентрироваться на Тропарёво, Никулино, потому что там как-то больше всего проблем и этот сайт сейчас как прототип действует, и даже местные жители, как раз мы, я показал в начале фотографии такого мобильного кинотеатра, мы сделали презентацию, дальше люди даже что-то еще сюда описывают, комментируют. Смысл как раз в добавлении различных проблем,
и предложение различных решений. Вот у нас есть какие-то проблемы, собственно, не все эти проблемы как раз мы выяснили за счет наших почтовых ящиков анкетирования, собрали эти данные, и можно самому добавить проблему, и можно добавлять решение. В общем-то, этот прототип мы делали как раз с теплицей, и естественно, Ренк активно участвовал, собственно, мы делали прототип вместе с ним. Сейчас мы пока что перерабатываем данные, которые мы получили в рамках воркшопа. А также этот проект очень большой интерес привел как раз участников из Нью-Йорка, из Нью-Скул, из Парсонского университета. Они также очень заинтересовались, хотят его тестировать в Нью-Йорке. И, возможно, сейчас мы немножко разберемся с делами и надеюсь, что мы этот проект сможем за него в большей степени взяться. Посмотрим. И Стрелка тоже этим заинтересована, но тут как бы этот прототип нужно очень серьезно дорабатывать. И одно из как бы, дальнейших доработок. Мы пытались ее сделать, если вы видите, здесь решение, это просто небольшие примеры. Мы пришли к идее предложения таких тактик, партизанских тактик или различных других, где или сам тактик, которые позволяют те или иные... Опять дисциплины? Так, и значит, соответственно, вот эти городские тактики, они позволяют с одной стороны. То есть они позволяют показывать, где эти тактики были использованы, допустим, баллон-мейкинг или вот этот трафик каунтинг. То есть вот график, который вот чтобы пропарил, мы, соответственно, разработали еще такой сайт, где описано, как это все работает. Да, здесь есть видео. Ну, в общем-то, как бы сейчас это все немножко в разрозненном формате. Вот вы можете посмотреть, как, допустим, работает. Трекер-каунтер сейчас появился, не так важно. Вот, то есть сбор таких тактик, которые мы сами используем, которые используют активисты в других городах, вот, и в нашем городе, и как раз их сбор и анализ, где они сработаны и где они могут быть применимы, и вычленение этих проблем ключевых, это вот наша следующая попытка как-то это все синхронизировать, поэтому у нас была по идее синхронизировать, то есть города, которые синхронизированы, или синхронизирование городов. Сейчас как бы над этим работаем, надеюсь, что в следующем Social Camp мы сможем как-то уже более подробно это рассказать. Я думаю, что на этом все, может нам какие-то вопросы или обсудить. А как вы муниципальный мастер? Это хорошо. Да, потому что вот эти вот есть молодые различные муниципалы, которые недавно пришли из муниципалитета на волновке выборов, и многие из них хотят что-то сделать, у них не так много возможностей, но они там обращаются, там, я сейчас и у себя время начал с ними сотрудничать, уже не могу хорошо, так вам хорошо, многие из них, они как раз были очень инициативны, просили у них это сделать, и всячески помогали нам, хотя, с другой стороны, у них не так много возможностей, на самом деле, для того, чтобы действительно что-то предоставить, ну, по мере возможности они помогают.